Это не метание гранат, это метание морковок. Морковки эти совсем непростые, а с секретом внутри. И попасть ими нужно не как можно дальше, а в определенное место. Внутри нее веревка как раз вот, когда кидают с берега, чтобы человек смог за нее ухватиться и его к берегу притащили. В квадрат надо кидать, это как бы тонущий человек, именно вот как раз эта траектория, где он. Это лишь одно из более чем 20 заданий большого приключения в Сокольниках. Шестой по счету квест от лаборатории путешествий приурочен ко Всемирному дню туризма. Полина отправилась в приключение не в первый раз, но вот морковки метать ей еще не приходилось. В прошлом году это тоже была, были похожие испытания, но в этом году нас радуют новыми испытаниями. Тут стало намного интереснее, и я ожидаю чего-то нового, интересного, позитивного. Интересное и позитивное скрывается здесь чуть ли не за каждым деревом. Для победы нужно пройти все задания, но места их проведения еще надо найти. В помощь карта, компас, у кого он есть, или по старинке мох. Эту затерянную в лесах Сокольников полянку не всем удалось отыскать. А те, кто сюда добрались, столкнулись с еще более сложной задачей – пройти импровизированное препятствие, взявшись за руки и выстроившись в линию, в которой каждый второй идет с закрытыми глазами. Право. Да. А еще дальше. Вот сюда, да. Хорош. Нормально. Иди чуть-чуть, вот иди вот подальше, хорош. Хорош. И тебе ногу поднимать. Хорош. Сейчас Катя пойдет. Все, теперь ноги вверх, вверх. Вот. И вторая нога. Хорош, Катя, хорош. Что в этом самое сложное? Наверное, ступить на нитку. Вот, да, вот это самое сложное. Было чуть-чуть сложновато именно договориться, куда надо наступать. А в целом, если работаете вместе, то это очень легко. Это задание учит ребят работать в команде, доверять друг другу и помогать, нести ответственность за себя и людей вокруг. Квест «Большое приключение» построен так, чтобы ребенок приобрел как можно больше полезных навыков, научился выживать в реальных условиях и укрепил физическую подготовку. Это очень интересно. И ты понимаешь, что ты что-то можешь. Интересно как раз-таки находить места по карте. Работаем с компасом, развиваются разные способности как раз-таки. Проигравших здесь нет. Каждый приобрел полезные навыки и знания, которые обязательно пригодятся в жизни. А лаборатория путешествий уже готовит новое приключение. В феврале в Сокольниках пройдет программа для детей с особенностями развития «По пути с хаски». В рамках большого приключения в Сокольниках также прошло награждение победителей творческого конкурса. Он проходил по четырем номинациям – сочинение, стихотворение, фото и видеоролик. Все работы тщательно отбирались, и главным призом для победителей стали две бесплатные путевки на 14 дней в детский лагерь «Большое приключение». Второе награждение – Глеб Чучеров, 18 лет, и он получает приз – за то, что он написал хорошее сочинение. Глеб, приглашаем. Итак, третье место в номинации «Литературный конкурс» – это Глеб Чучеров. Ваши аплодисменты, друзья. Поздравляем, ура! Смотрите, вот эта вот замечательная девушка, ее зовут Даша, в прошлом году в Сокольниках, на этом же празднике, она получила приз. Бесплатная путевка в Краснодарский край. Даш, в скольких походах ты участвовала в этом году? Расскажи. За это лето я прошла 4 похода. Но еще ходила весной, зимой. 4 похода. Супер. Давайте похлопаем Даше. Дорогие друзья, я искренне хочу, чтобы вы все брали пример с Даши. Я хочу, чтобы вы путешествовали. Я хочу, чтобы вы писали о своих походах. Я хочу, чтобы вы придумывали истории, фотографировали, делились этим со своими друзьями. Я желаю вам всяческих, больших, хороших путешествий, восхождений. Ура! Также лаборатория путешествий наградила благодарственными письмами педагогов и самых активных родителей за поддержку, помощь и веру в способности детей. Thank you.